Привет, братва! Меня зовут Дин Сухов. Я хотел бы сказать несколько теплых слов о новом альбоме группы «Адовый мужик» Orleans Band «Мертвые гирлянды». Революция свершилась, так сказал бы великий вождь угнетенных, дедушка Ленин. Впервые о создании этого альбома мы заговорили в 2017 году, в годовщину Великой Революции. Не правда ли? Эпично. Целью создания песен и музыки в целом было почтить память павших во славу справедливого социального строя. Ведь минула уже целая эпоха, и как показывает время, нам рано забывать героев тех лет. Моряки, солдаты, крестьяне, каторжане, барыги с большой дороги и простые граждане. Всех их завертело жестокой бурей лихолетия. Все они грешили, любили, воевали, умирали во имя лучшей доли. И всех их мы хотели почтить одинаково. Так как видим в тенях ушедших героев тех лет, нас всех, стоящих на пороге очередных тревожных перемен. 15 произведений альбома звучат как безудержная кавалерийская лава, готовая все снести на своем пути. Встаньте на пути этой лавы и ощутите дыхание жизни и смерти. И напоследок, братва, как говорится, пролетарии всех стран, соединяйтесь.